Дорогие мои, всем-всем-всем большой-большой привет. Всегда так видео начинаю. Всем-всем-всем большой-большой привет. В общем, ребят, во-первых, кстати, у нас ужасная холодрыга. Просто вообще ночью, наверное, было 26-27 минус. И сегодня, вот я сейчас пришла в магазин, посмотрела, и на градуснике минус 22 градуса. Очень холодно. И представляете, подхожу к магазину, поворачиваюсь и вижу сзади меня радуга. Минус 22, какая радуга? И я немножко сняла, там буквально несколько секундочек, вставлю вам обязательно в ролик, ну просто показать, посмотрите. Ребят, кто-нибудь видел в минус 22 радугу? Вон она. Обалдеть вообще. Холодрыга жуткая и радуга. Конечно, камера так не передает. Она небольшая, она уже заканчивалась, но видно, что это радуга, действительно радуга, минус 22. Я уже с Катюшкой позвала ее, она говорит, может, северное сияние, ну, северное сияние, но немножко другое, я-то человек с севера, больше склоняемся, что это радуга. Дальше. Дорогие мои, касаемо школьного фотоальбома, у нас взяли, кто не знает, просто я говорила в предыдущих роликах, 3500 рублей за фотоальбом, 4 класс выпускной, только фотоальбом. И я задавала такой вопрос, что кто из вас сдавал, и многие понаотвечали, конечно, сумма вообще в разы, где-то в 3, а то и в 4 раза меньше, чем мы. Но я потом сообразила такую ситуацию. У нас же класс 6 человек всего, 6 в классе. И, соответственно, ну, кто, мои старички это все знают, кто не знает, дочка ходит в частную у меня школу, и, соответственно, так мало человек, нужно же что-то и заплатить, и фотографу, да, и там фотографии будут за весь год, то есть... А может быть, даже за все года. Ну, хотя выпускной, 4 класс. В общем, я не знаю, ни как выглядит фотоальбом, ни какие фотографии там будут. Я только помню, что что-то там написала классный руководитель, что много, не только вот прям выпускной будет. Поэтому вот 3500. Ну, уже сдали. Будем смотреть, что там получится у нас. Потом обязательно покажу вам этот фотоальбом. Итак, ребят... Конечно, кто будет пересматривать это видео через год, даже через месяц, уже не увидит в сторис. Но я в сторис выставила мой подносик. У нас сегодня будет уже, знаете, у меня уже, ребята, ну, девчонки мои-то знают, что я снимаюсь, да, ухожу, прошу их вести тихо, когда идет съемка. Когда заходят покупатели, я потом это обрезаю, вы, наверное, заметили в видео. Вот, и сейчас ухожу сниматься, Катя говорит, слушайте, там уже Columbia Pictures не называют, типа, ну, большинство ролики там 8-10 минут, а у меня полчаса, 40 минут. Сегодня опять будет очень длинное видео. Я взяла достаточно большие глыбки, и их много. Это, значит, будет касаемо... Мелка, Ватутин, Хрусталь, Калинка и Аленка. Я их, не знаю, увидите, нет, карандашиком подписала, чтобы не путаться. Не видно, да? А это Ватутин. И я, наверное, знаете, может быть, как сделаю. Ну, или шепотом буду произносить название, или потом подпишу внизу ролика название. Вот, также у меня здесь хурма. Упс, сейчас мой поднос как упадет. Вот, она тоже подписанная, хурма. Вот такой кусок. Это, соответственно, глинка. У меня чародейка. Вот такие два куска. Она монолитная, очень твердая, и как я ее буду есть, я не знаю, но у меня есть такая мыслишка, может быть, одну опустить в пасту. У меня очень много пасты, посмотрите, это большая тарелка, литра два, наверное, здесь есть пасты.
если не больше, если не три. Может быть, одну туда зафигачить, и мне потом проще будет грызть хотя бы. Давайте одну опустим, чародейку, в пасту. Пускай она там тонет. А одну оставим, потом сухой погрызем. Дальше. И у меня еще здесь уральская черная. Кто смотрел вчерашний ролик? Вот она у меня здесь. Ну что, сейчас я еще касаемо пасты. Сейчас я ее помешаю. Надо было мне сразу, как начинала разговорное видео, ее начинать мешать. Потому что мешать здесь много. А касаемо пасты, у меня здесь или бакинская красная, или кто-то называет баткинская, или кто-то называет это красное сердце. В общем, такая паста. Потом у меня здесь гульбатон. Или кульбатон. Ну, в общем, вы же понимаете, что я произношу. Вы там многие, наверное, больше в теме, чем я. Такая паста. И то, что у меня вчера оставался каолин чуть-чуть, тоже здесь. То есть что-то будет такое нежное. Кульпато здесь в небольшом количестве. Приоритет больше красная. Поэтому ничего такого, так сказать, терпкого, смачного прям здесь не будет. Еще это все дело смягчает каолин. И будет нам вкусно. Очень вкусно. Вот такая красота. Так. Сейчас я ее помешаю. Ложку, как и прежде, оставляем здесь. Она нам потом, я думаю, пригодится. Вылавливать кусочки отколовшиеся различные. И хочу один из мелков замочить тоже сюда в пасту. Потом погрызть мокрым. И что мы это сделаем? Какой мелочек выберем? Ватутин, хрусталь, калинка, аленка. Давайте хрусталь. Из тех сортов, что здесь есть, мне кажется, он менее жирный. Давайте опустим. Ага, опустим. Опустили. Сейчас у меня все как перевернется здесь. Минутку. О, я боюсь. Хрусталь. Ну, надо, конечно, сухого его откусить чуть-чуть. Пошло пение птиц. Водичка. Пузырей сколько. Огромное. Человеческое спасибо всем тем, кто пишет комментарии, ставит лайки. Это очень важно для моего канала, для поднятия канала опять в ротацию. Каждому лично от меня спасибо за добрые слова, за позитивность, за мир на моем канале. Шлепает.
что, я предлагаю приступать. Давайте начнем с солёнки. Видно, в принципе, что она подписанная. Потом хрустеть с пастой. Такая красота. Thank you.
калинку. Калинка твердый сорт, монолитный, жирный. Вот, знаете, солёнка, ничего вообще не залипала. Калинка, она жирная, прям залипает. Прилипает, залипает всё. Калинка. Ушла. Вот это, может быть, она. Или калинка, или глина.
Блинка хурма. Вот такая. Она пыльная. Пробуй. Угу. Глубокий хруст. У хурмы чисто земельный вкус. Она залипает. Конкретно залипает. Очень похоже на Туркестан.
Глина в глине, присыпанная глиной. Был такой? Моя глина. Сейчас она как плюхнется в эту тарелку. Ватутин. Thank you.
Я на минуточку на работе. Продолжаем. Хоть бы так больше не упал. Блин, как же мне руку не возьму. Ну что, приступаем к мокрому. Thank you.
Это Катюха перепугается. Кажется, что там делала. У нас же там еще чародейка где-то. Вон. Калинка нашлась. Жирная.
Да, очень вкусная. Конечно, в разы насыщеннее вкус, чем у уральской черной. Что ж пасты-то придумать? Может, покидать на ночь различного мела ассорти, пускай до утра впитывает все. А завтра видео снять? Пишите комменты.